В День Победы по всей России чествуют ветеранов и вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. В Ульяновске торжественная церемония возложения гирлянды памяти и венков к вечному огню прошла на площади 30-летия Победы. В ней приняли участие ветераны, военнослужащие, политики, представители силовых структур, юнармейцы и многие другие. 7-й год подряд волонтеры Победы помогают в организации парада Победы на площадях во всех городах и областях Российской Федерации. А Ульяновская область, ну, не исключение. Мы с командой волонтеров Победы в количестве 50 человек в этом году вошли на площадь. Волонтеры Победы регулярно организовывают общественные акции поддержки. Их внимание и уважение очень ценят участники Великой Отечественной войны. Ведь раньше возможности отпраздновать Великую Победу у них не было. Победу я встретил в Берлине, правда. Я не мог расписаться на стене Рейхстага, потому что я был в воздухе. Традиционно состоялось торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона. Место проведения парада изменено, совмещено с митингом проведения рекви парада. Вот. А так, в принципе, все традиции соблюдены. Вот. Сегодня принимает участие в параде более 1100 человек, 28 единиц техники. В параде приняли участие работники военно-транспортной авиации, МЧС России, курсанты, юнармейцы. Прохождение механизированной колонны, как и прежде, открыл легендарный советский танк Т-34. Для жителей и гостей города на улице Минаева, а также в Железнодорожном и Засвиярском районах организована статическая демонстрация военной техники. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Управда ТВ.